Правительство России уходит в отставку. Сегодня об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующее заявление было сделано сразу после оглашения послания президента к Федеральному собранию. В нем Владимир Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства, предоставив Госдуме право не только согласовывать кандидатуру премьер-министра, но и утверждать ее, а также всех остальных членов кабинета министров. По окончании выступления Путина состоялась рабочая встреча с премьер-министром. Президент поблагодарил всех членов правительства за работу и попросил их исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. По мнению некоторых политологов, вероятным преемником Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России станет глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Владимир Владимирович, как президент, обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации. Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти.